Всех через тестер проверять. Я еле на гонку-то успел вообще. Я видел. Мне хотели вообще... Вот надо было, Линк, чтобы тебя задержало на подольше, ай. Зачем? Да вот за надо. Что тебе, борьба не понравилась, что ли? Нет. Когда ты мне в жопу влетел на хорошей такой скорости. А ты на прошлом этапе меня тоже выбил на последнее место. На первом же круге, кстати. Ну, там... Как? Там не я тебя выбил, простите. Это ты. Так. Смотри сюда, Кулхарт. И вот. Всем привет. Внимательно я тебе покажу. Не, интересно, интересно, продолжайте, продолжайте. Чего там? Сейчас, я тебе... У меня специально для этого дела есть одна вещь. Сейчас я тебе покажу. Ой-ой-ой. Так, опасно, где там эти сейчас? Как? В личку. Тебе отправлю в личку. В личку. Ну, видеофайлик тут просто один. Вот, чтобы всем не ловить. Вот, прими. И посмотри, кто кого и как. Ты мне подрезал, и я улетел. Ты смотри. Куда посмотри? Вот ты сейчас посмотришь, вот ты скачаешь видео и посмотришь. Короче, чтобы народ въехал в чем сыр-бор, тут прошла информация, что Коля был пьяный за рулем, и теперь мы выясняем. Был пьяный. Так, да, нет. Так он никак не расколется. Мы вот все ждем, да. Когда он прямо это самое с повинной признается тут при всех. Я даже стрим запустил специально, а он их вот понесло какие-то записи. Мог бы я на машину-то можно разбить вообще, вот, перетормозил, улетел и колесо отлетел. Мог бы я 48 кругов проехать пьяным, подумайте. Ну а чего там? Ну, скачал файлик? С джойстиком, может, и мог бы. Скачивается. О, вот как раз я не играю в R-Factor на джойстике. Вот этого вообще нет. Ну да, с клавиатурой тогда вряд ли, наверное. Ладно, я с вашего позволения игру хотя бы запущу. Да, Жар, добрый вечер тебе. Вот. Мы тут, кажется, как что-то играем, как кажется, Фантом 2040. Да, но это не важно, потому что тут гонка была эпичная. Это не важно, потому что я знал, что сегодня Кулхарт женился, потом, оказывается, он пьяный водил, вообще столько новостей было. Кто женился? Да ты женился опять, понимаешь? Опять ходят слухи, что ты опять женился. Мне не повезло. Все говорят. На радостях напился, видимо, так, да? Наверное, на радостях. Коля, а теперь развести успел и напился. Давай, откуда слухи поползли, колись? Я вообще без понятия, откуда вы это взяли. Да на Кракене опять там это самое. Ну тогда Кракен виноват в распускании слухов. Так, как мне пропустить заставку-то, господи? Да, у нас же Фантом опять 2000. Сейчас буду вспоминать долго управление. Хотя там сейвы были еще, кажись, с паролями, чтобы их не вводить. Ну, я вот так о, и сделал. Кулхарт, ты принял файлик, открывай. Хорошо. Что вот за файлик? Подожди, открывай. Открыл? Он был готов к тому, что я это скажу, и он даже видел. Нет, у меня заранее, просто это да? Давно осталось, мне прислал Лутхелл. Открыл? Ну, да. Вот смотри, еду я, ты за мной едешь, ты видишь это? Ну, да. Вот. Я мы там сейчас, ошибся немножко. Сейчас входим в шикану. Подожди, шикану, ты да. Подожди. Сейчас входим в шикану. Во-первых, это жестокий срез. Все четыре это, колеса... это я знаю, это но все... это не повод все... меня выбивать. Все четыре колеса. Раз, во-вторых, я тебя даже не тронул, если ты сейчас посмотришь. Смотри, я перетормозил. Я знаю, что я вот в эту шикану зашел криво. Смотри, я тебя даже не тронул тут. Тут да. Ты не смотри. Тут, не тут проблема. Вот тут как раз и была проблема, как раз ты когда ты улетел. Видишь, смотри. Я тебя не тронул. Здесь видишь? Нет, нет, дальше, дальше, дальше. Вот он, видишь, все, и дальше ты ушел. Проблемы. Я улетел, да. И ты все, ты ушел. Мафик, мы все расскажем. Смотрим и дальше. И, соответственно, я тебя не выбил даже. Смотрим дальше. Дальше была ситуация. Так. Блин, можешь смотри. Мне параллельно окно я вывести? Я перетормозил, видишь, я перетормозил, пропуская так. Тебя. У меня же теперь интернет-то козырный. Ну, вот мы ходим, в общем-то, ты нормально. Ты себе интернет сделал? Да. О, так поздравлялка. Смотри, я еду по траектории, по своей, ну, важно, по нормальной траектории, видишь? Новости. Да. Мы это еще обсудим. Я еду, и ты в меня влетаешь. Что такая картинка красивая это на экране. Значит, я в тебя влетаю. Причем влетаешь, вот ты меня и выбил. Потому что ты меня я влетел. Еду, я еду по внутренней траектории. Какая картинка, подожди. Ну, у тебя... Ну, посмотри, мои колеса максимально артефакт. Повернуты влево. Ну, вот ты, по идее, вообще, ты... Стрим-то идет вообще, стримится, играет? Идет!
ты должен был после среза шикана тормознуть. Красиво идет. Хорошо. Ну там минимальные настройки, правда, стоят. Логично, ну, нет? Забыл поменять. Ты так меня бы обошел. Ну, вряд ли. Ты меня вообще выбил в покрышке, ты видишь? Ну, ты видишь, что это ты меня выбил? Ну, ты видишь, что ты после среза? Какая разница после среза или после среза? Это не наказывается тем, что ты должен меня бортовать в покрышке. А что мне надо было делать? Я шел по траектории. Ну, ты шел бы дальше по траектории. Так я и шел по траектории. Шел бы. Офигенная аналитика заездила. Ну, вот, соответственно, мы с тобой столкнулись. Я шел по траектории, ты это видел. И я шел по траектории, но ты меня выбил в покрышке. Правильно? Или нет? Покрышкин. Потому что ты срезал предыдущую шикану. Я это не причина выбивать покрышки. Знаешь, я вот... Подожди, знаешь, подожди. А что мне надо было при этом делать при всем вот в данной ситуации? Да. Ну не выбивать меня в покрышке. А как? Как? Давай объясни, как. Просто как? Едем дальше, Борис. Вот я шел по траектории, как мне сделать, чтобы я не выбил тебя в покрышке, допустим? Мне надо было... Расширить траекторию. Куда? Ты видел, какие машины? На внешнюю часть трассы. Ну вот, соответственно, ты прошел и ушел. Я тебя не прошел, ты меня выбил. Ты понимаешь? Ты говоришь, вот я тебя прошел. Если я тебя не прошел. Если бы я пошел по внешней, более невыгодной траектории. Кто ты сказал, что я бы не пропустил? Знаешь, вот потом была ситуация, я случайно задел Винарлина, его развернул, и я его обогнал. Я ему вернул позицию. Да, я видел, я за вами, потому что ехал в это время. Ну вот. В итоге все равно я тебя обошел только с того, что ты в питы заехал. Ну да, у меня не хватило, оказывается, топлива. Кто знал, что там... Шинок там, потому что еще убитые были. Не, у меня топлива не хватило. Он у меня просто кончился. Надо было 5 кругов проехать, у меня одного на 2 было. Я без питов проехал вообще тот этап. Так я не знал, что там счетчик тоже кривой. Я не тестил... Ты за 6... этапов первого сезона и за 6 этапов второго сезона ты же не понял, что его счетчик просто нагло звездит всегда. Не всегда. Далеко не всегда. Далеко не всегда. Взять этот этап. Тут терминатор. А этот этап был норм. А этот этап там взврал. То есть он показывал, допустим, что 18 литров хватало на 8 кругов. Вот, а по факту его хватало на 11. Ну это тогда вообще фигня, что... Да, вот, средний расход там был 1,8 литра на круг. Так, сейчас босс будет который. Булка, гонки, спокойно. Да. Так что этот этап я всрал просто дико. Я, ничего не стреляет. Ку-ку-ку. Как там? У меня второй этап выбивает на первом круге, мне приходится с 15 места прорваться. Следующий этап посмотрим, что выдаст нам. Мне надо Серкса и Павла обходить. Вот вашу. Я Павла пропал. Да, кстати, да. Я что-то перед этим... Блин, я так хорошо шел перед этапом, а теперь опять был 2 очка от Серкса у меня отставание, блин, и 3 от Павла. Ох-ох-ох-ох-ошеньки. Минусы и минусы одни. Не расстраивайся. Все будет хорошо. Зато Коля не выиграл впервые. В смысле? Я вообще-то на том этапе я его обошел еще. Так что а я не смотрел тот этап. Ты этот не смотрел? Смотрел, только я его не досмотрел. Да, да ты Коли... что, там же два задрота. Я-то чё? У Коли фиаско началось с прошлого этапа. Начиная с прошлого этапа очень. Ну да. Не, ну согласись, этот этап был сложен тем, что тачка просто вот... Один да ладно, тачка отличная. Я говорю, я проехал всю гонку. Идеально, кроме первого поворота, в который меня 3 раза врезались. Макс, сейчас все будет. Ты видел, как в меня влетели, когда я на первом повороте-то несколько, сколько раз? Раза 4 или 5 меня там влетели? Я только выезжаю, меня разворачивают. Я только выезжаю, меня опять разворачивают. Ну это я не... Как ты надоел мне, паук, блин? Так долго тебя убивать неинтересно, блин. Не, машина крутая, этап крутой. Мне на самом деле понравилось. Даже прошлый этап не понравился. Нет, никто не спорит, что машина крутая и этап крутой. В смысле, она сложная машина. Просто что-то гонка просирается на первом круге и как-то прям умеет. Кстати, а у тебя вопрос такой, у тебя не лагало, нет? Не лагало. То есть все прям аккуратно ровно шло? Да. У меня потому что местами что-то эти начинались. Да. Не, у меня все было отлично. Подвесон маленький. Насчет вот этих сервера вообще в этом сезоне ни разу не лагало, в отличие от прошлого. Нет, а это не тут как тут не подлагивание, тут именно, знаешь, такие именно такие, знаешь, как падение FPS. Может быть.
То есть у меня FPS проседал маленечко. Ладно, тут народ в чате негодует. Итак, у нас Гаундри, да, Жар у нас продолжает шпилить Фантом 2040, что он начал в прошлый раз. Мы наконец-то можем порадоваться за Колю, что он впервые наконец-то нас посетил. Ну, я первым начал, в самом начале. Ну, начало это понятно, мы без тебя не начали, но потом ты два раза прохалявил или три. Но ты я... не видел, как ты не видел, как я гладиатора затащил? Я тебе не прощу. Ну, не как видел. Так? Как? Вообще, ты чё, блин? Это просто триумф всей моей жизни случился в тот день, Жар он знает. Ты вот тоже не видел, как я четвертый этап затащил. Не видел. Блин, какой вот. Долгий муторный. Да я в нем не участвую, а ты там в гадости. Подожди, четвертый этап это альфу, что ли? Нет, это тоже формула, но по этой трассе длиннющая. Где дожди, да, были? Где дожди, да. О, да. Вот, Жар, ну-ка просвети нас, что ты делаешь? В смысле? Ну, где ты находишься, что тебе делать надо, где конец уровня. Я потихоньку вспомнил, но я, скорее всего, уровень еще раз заново начну. Потому что тут надо убить всех пауков вот этих вот. Но они такие, сделать, сука, нет? Нудные, блин. Что? Они вот так это вот долго убиваются, вот это вот у них. А сколько тут пауков? Ты ж каких-то обходил, по-моему, в прошлый раз. О, блин, я не туда еще и нажал. Не-не-не, тут надо всех убить. Потому что каждый паук охраняет какой-нибудь терминал. Ну, блин, я-то еще нашел, где можно жизнь взять халявную. У меня бы 6 сейчас жизни было, а не 3, блин. Жар, у меня дело просто много еще вообще тебе играть в меня. Че? Сколько ты, говорю, по игре прошел уже? А хрен, я не помню, на каком уровне. На третьем сейчас, по-моему. Ну, 2 уровня. Подожди, ты ж переигрывал. Ты ну, это 3 уровень, по-моему. Пароль, у тебя 2 был, да? Это 3 уровень. А чё он, блин, а чё он не, на голову не кидает ему гранаты эти, дебил? Тут фигово то, что после пароля жизни столько же, сколько было, и... Да. И континуумов нету. Но с другой стороны, это самое, как его называется. Можно... Блин. Ну как бы, как это сказать-то? Можно, например, на уровне уровень задрочить и набрать там много-много жизней, и тем в пароле сохранится много. Просто я так сейчас не особо играю, а так-то можно было уже больше 10 даже иметь. Ну то есть я так понимаю, один фиш, чтобы уровень нормально пройти, он уже пройти несколько раз. Естественно, его лучше знать вообще. Вот я, ну я сейчас, я просто, я по-моему доходил до босса тут такого уже, паука-распаука какого-то там. Блин, у него есть какие-нибудь гранаты, которые вот это вот что такое? Вот это что это? Ну-ка. Колян, ты играл в Фантома когда-нибудь? Не, никогда не играл. Не, я вот его проходил не один раз даже. О, нифига себе, какая штука! У нас на канале проходили, но я не помню кто. Здравствуй, Скайлокер. Я его проходил, но я ни хрена не помню. А, блин! У меня есть рассыпуха. Как ее? Она может сквозь эти клешни, блин? Вот он еще зараза, когда он так вот ездит, и даже вот если подпрыгнуть, сквозь ни хрена не получается. Умри, блин, уже. На одна жизнь осталась. Ну, хотя бы схему сейчас надо эту определить. Слушай, так что, у тебя все теперь интернет широкополосный? Да. Не, ну как? Ну да, назовем это так. Блин. Круто. Надо почаще туда стримить теперь. Не знаю, как-то сейчас. А Марго дома? Нет, она сейчас у родителей. В Готэме еще что ли до сих пор? Да. Бросил ты ее? Да. Вот как ты так можешь? Ну так вот, блин, как-то, значит. Что, у меня с ней туда уезжаешь? Ну в смысле, она что, туда, она что, не переехала, она что, просто в гости уехала? Ну да, ну пусть гостит. Так, сейчас, надо хотя бы понять, куда идти, чтобы в следующий раз уже по такой этой самой. Ой, стоп, тут разбивается, по-моему. Азатрон, привет! Да, гечеть, твою мать, ну... Чё? Я вот это вот не понял. Знакомый, что ли, какой-то? Азатрон. Чё? Чё? Ай. Ой, товарищ, написал мне привет, но я ему сказал привет, чё ты. О. Ну это нормально.
Надеюсь, вот когда я умер уже, я могу пополнить здоровье? А что это за дядька стоит за стеной? Ну, знаю. Похож на этого, на Гамбита из X-Men. Так, сейчас, секундочку. Значит, мы идем сюда. Так вот, напоминаю всем, кто не в курсе, что Жар играет SNES, а SNES это вторая ступень гаджета, и после Жара будет как раз таки играть Blind, который вроде бы как уже никуда не собирается уезжать. Нет, я никуда не уезжаю. Вот, и поэтому ZX Spectrum мы все ожидаем очень горячо. Оу. Отлично. Да. Слышь. Надеюсь, что очень скоро. Ну точно не сегодня, это точно. Да. Смешной, блин. Мне бы сегодня этот уровень пройти. А, вот этот финальный паук, но у меня ноль жизни уже, так что... Так что один хрен я его не замочу. У меня вообще, по моему мнению, для меня лично, программа минимум на сегодняшний вечер это пройти хотя бы уровня 4 игры. Хотя бы этот уровень. Хотя бы, да. Ну, считай, а этот как раз будет 4. А, не, ну это третий, подожди. Не, еще один надо. Чтобы можно сказать, что... Потому что... Сколько уровней в игре? 8 или сколько их там? Никто не знает, сколько уровней. И поэтому хотя бы половину иметь в запасе уже было бы нормально. Так, ну в общем я нашел этот путь, по которому надо идти. Вот. Теперь надо просто его пройти так, чтобы не потерять здоровье максимально. И дойти до того паука. Он какой-то... Вот на него я тактику пока не нашел. На всех остальных тактика есть... Но только какая-то она упоротая, какая-то она, ну, а чё мне, и полоска здоровья даже пароль не пополняет, вы чё, издеваетесь? Страдай. Мы все сегодня страдаем. Я вон сегодня снимал, у меня был съёмочный день. Да, ты сегодня не напился, мы знаем это прекрасно. Да, я вам поэтому вообще завидую. Блин, меня... Чему завидовать? Похмелью завидовать? Говорю, ещё раз прошу. Нет, расслабиться хочу. Я вчера так... Сегодня, точнее говоря, с утра так болел сильно. Хотя пил очень мало вчера. Но, да, блин, можно по разному поводу делать. День рождения. Нет, повод хороший. Угу. Вот Колян по какому поводу, я так и не понял. Колян не херачился, потому что он сегодня ходил на этот... На будущее. На выставку, не знаю, как она, не помню, как она называется. Ну, короче, что-то с будущим связано там. На выставку будущего? Ну там и приставочки, и комиксы, и столочки, и все такое. А, то есть то было ретро-гейм-шоу, теперь урбан гейм-шоу. Фьюжн-гейм-шоу. Фьюжн-гейм-шоу. Какой фьюжн? Фьючер. Ну, фьючер... Не зли меня! Я сам злой, блин. Меня сейчас чужой 5 раз подряд сожрал, блин. А то я материться очень сильно хочу. Я вообще, я еле-еле сейчас выпал с дивана, потому что я там почти уже игру прошел, а надо идти стримить, а блин, да ёп ты, блин. Говно это алины эти. Чё? Говно эти алины. Сам ты говно, блин. О, драка! Что в них хорошего? Давай. Блайнд, это вообще, не знаю, одна из лучших игр вообще, которые в последнее время выходили, в принципе, если не вообще всегда. Это Dead Space со стелсом, блин, это самое охерительное сочетание, которое только можно было придумать. Ваш аргумент... К тому же, это, наверное, первая игра, которая меня реально напугала. Вообще такого никогда не было. Вот мне Макс, сейчас я поступлю, как Макс просит, и пану матом. И да, я злой, я, значит, я буду банхаммер просто доставать, распаковывать всех. Давай. Меня только не забань, а то мне стримить надо. И что? Ты вроде как этот модератор здесь, к сожалению. А то бы тебя забанил. Что какой, злой? Блин, злой! Всех забанить. Зачем? Забанить всех человеков. Блань, ты просто, ты понимаешь, ты вот, ты человек такой. Тебе надо просто было тоже прийти и пьяным стримить сегодня. Ну, ехать, там ты выиграл. Угу. Блин, как это шутка разбивается? Сегодня так башка болела. Звездецки. Как она разбивается? Это штука. Так, у меня спрашивают, чем игра похожа на Battletoads. Ну, ответь. Я знаю, чем она похожа на Battletoads и Double Dragon. Да? Поделись со мной. Шнурком вон как прыгает, он шнуры достает.
в уровне 3, если не ошибаюсь, там надо через пропасти перелетать с помощью такой же хрени. А, ну да, да. Окей. Коротенький, конечно, какой-то у него. Шнурок. Свой, блин. Вот, так, я вот разбил, теперь, так, подождите, а где там открыть? Блин, меня спросили, чем похоже на Battletoads Raphor, я там намучился на стриме. В мыслях в этих. Чем она похожа? Что я реально не знаю, чем она похожа на них. Кто? Rough World. Что это за игра такая? Это которую я на лайве Коля проходил с третьего раза и еле одолел. А, я не смотрел лайв предыдущий, я смотрел... Ну ты должен знать, что такое Rough World. Не знаю. Обязан! Паш, ты эту игру проходил? Коля проходил, я проходил этот Shatterhand. Да, вот ты Shatterhand, я это видел. А Рафорд, это та, которая должна была быть терминатором от Сансофта. Не знаю. Будущее, стрелялки, все дела, роботы, киборги. Графичка, ничего, музыка Сансофтовская. Я на следующей неделе буду Метроид допрохаживать. О, правильно. Последнюю часть мне осталось. Который? Фьюжн? Фьюжн хороший, чё? Да хотя все хорошие. Ну, мне, в принципе, он один и остался из 2D-шек. Ну и плюс потом ремейк на второй буду. Посмотрю хотя бы для себя. За геймкубовский ты не хочешь взяться? Нет. 3D-шные и метроиды, так же, как и 3D-шные соники, просто просраны для меня. Ты чё, блайн, 3D-шный метроид в 100 раз лучше, чем 2D-шный метроид. Там совершенно это не мешает трёхмерности. Я тебе говорю, для меня. Понимаешь? Да не важно, ты попробуй. На чем мне попробовать? На Wii своей... геймкуба, господи, проблема что ли? Не потянет мой ноутбук. Я тебе отвечаю, я тебе вот как, знаешь, как человек, которого просто до глубины души поразил Супер Метроид в свое время. Вот Метроид Прайм это был просто его прямой наследник. Он даже его превзошел во всем, абсолютно. Там совершенно не так, не то, что ты думаешь. Там эта трехмерность вообще не мешает. Он играется как двухмерный, абсолютно. Там даже карта удобно сделана. Фунай, у меня нету повода расслабиться, в том-то и моя беда. Посмотрим, короче, пока не знаю. Просто хороший день, воскресенье там. День, да, выходной. Ну, чё? Поснимали. Чё напрягаться? Немного получилось. Ну вот, расслабиться о! Хочется сейчас. Вот, вот стрим, жара, это самый, что и на есть повод, на самом деле. Жар. А я? Меня затрахали вопросом. Каким? Про ролевку. Я уже хочу очень всех... Ну, ты понимаешь, да. Ну, ничего, в чем проблема-то? Когда? Давай соберемся, я не знаю. Да можно даже на неделе, в принципе. Мы сейчас с Марго отдельно существуем. Ну, а когда она вернется вообще? А чем возвращаться-то? Мы так можем. А, то есть ты в смысле... Зачем... Мне вот это понравилось, зачем ей возвращаться? Что? То есть ей не надо возвращаться вообще. Я говорю, для ролевки, блин. У нее там хороший интернет. Для скайпа, так господи, а зачем для скайпа хороший? А у нее там микрофон плохой, вот. Ну и что? Поэтому ждем, когда она вернется. Наш. Ох, как я. Ой, так! Игровой, игровой мастер. Если не будете ролевку мутить, мутите больше гаунтлета, то есть челленджа. Так, этот меня достал, мудак. Потому что спектрум хочу. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, еще кто хочет? Блайнд, расскажи, чем тебя достал? Мне хочется тоже на людей позлиться сейчас. Да кто? За языком нихера не следит, дебил. Да это... Тут небось сейчас с киномании дофига народу, я подозреваю. Кто еще ты хочет? Ты, Паша, извини, но в группе у вас... Я не при деле, у меня тут нету молотка. Не, наши ребята мирные. Они если собачатся, они собачатся у нас. Я вижу стрим такой у вас там на стриме на последнем. Кто? Я видел, говорю, на последнем стриме, что у вас там творилось, так что не надо. Что ты видел? Ну-ка, лись давай. Набежали. Блин. А это не с хреномани они набежали, чё ты? Ну, ты понимаешь меня. Нет. Два чекиномани уже почти едины. Да. Боже мой. Смирись с этим. Не, ребят, у вас неверное представление о нашей компании. Все, теперь киномания и двач, ты знаешь. Они себя... Где они... есть киномания, там есть двач. Они себя идентифицируют и уходят в аут. Вот и вся двач киномания. Угу.
Да, смотрите-ка, я уже двоих пауков завалил и ни одной жизни не просрал. Какой я молодец. Ты прям вообще молодец. И сейчас, правда, сейчас будет локация, где летучие эти какие-то пиписьки летают. Ой, кстати, тут дверь какая-то, там можешь зайти? А на YouTube вы забейте, там вообще модераторов не было. Там вообще абсолютно никто туда не смотрел. Вот там и писали, что не читают чат YouTube. Ну, кстати, да. Жар. И не читали, правда. А я. Пока конкурс не проводили. Я пытался несколько... Может, у тебя там теперь интернет-то хороший, поначалу, может быть. Надо что-нибудь замутить будет. Чего замутить? Мы его сейчас мутим. Нет, что-нибудь нам с тобой на отдельности замутить надо будет. А, давай. Это я всегда рад. Хотя я сейчас, мне сейчас все как-то лень. Потому что, блин, я прихожу сейчас... У меня же теперь рабочие дни, блин. Я уже забыл, каково это. Приходить уставшим домой. В смысле забыл? Ну, давно такого не было. Угу. Хани, I'm home. А Хани не отвечает. Да, тем более. Блин, не хочу умереть. Как это я мог пожалеть, что согласился на гаунтлет? Во-первых, я не соглашался на гаунтлет, я соглашался на челлендж, это раз. Во-вторых, вы что, такие дебаты пропускать в такой компании? Да господи. Ща как задебатим, блин, что-нибудь еще. Вы дебатьте, дебатьте. Задебошим, я бы даже сказал. Так. Ай, патроны кончились! Так, надо пополнить. Ай, блин, сегодня не надо кнопку. Не, смотрите, у меня 5 жизней. Сейчас будет этот босяк. И, блин, а что мне делать? А у тебя аетанки есть? Нету. Чего? У меня 5 жизней. Аебанки. У меня есть еще армор. Я, правда, не очень плохо, он работает, он как-то работает. А ну-ка скажи еще раз. Че? Че у тебя есть? Армор. Над картавыми издеваешься? Мне можно, я сам такой. Да жар француз. Блайн, он же всегда говорил, что вот сразу старый анекдот читается. Это мы все не русские, мы читаем неправильно. Гир, мне сразу старый анекдот вспоминается. Точнее, говорит, не старый анекдот, это со старого КВН. Говорит, хочется, говорит, забраться, приехать во Францию, забраться на Эйфелеву башню. Ага. Посмотреть вниз и как заорать. Духови картавые. Блин, как вот... Читаем вопросы любые. Пишите. Давайте, что? Задавайте уже тогда. Да. Да, но бойтесь, можете быть посланными. Да, тут злой блайнд сегодня, так что... Надо так. Боитесь. Будьте добрее, люди. Коля, он... Да Коля пьяный, он сейчас всех любит. Он долго всех любит. О, боже мой, да никто не пьяный. С чего ты это взял? Бойся, очень бойся. Ну-ка скажи-ка мне быстро, шла Саша по шоссе и сосала сушку. Да? Шла Саша по шоссе и сосала сушку. О, да-да-да, заплетык-то языка, это я смотрю. Да блин, ну ты... Блайн, мне так кажется, дойдет до того, что сам себя забанишь. Я себя забаню сейчас. Да они туда все время нажимают! Амкол привет и передает. Здравствуй, Амкол. Привет, Амкол, у меня патроны закончились. Главное, что у тебя не закончились жизни, Жар. Это Береги их. А Коля, сейчас... тебя любят. Ты меня видал? Сейчас убьют, у меня патроны, наверное, восстановятся. Я тоже всех люблю, почти. Да, сейчас мы с тобой только поссоримся и будем у нас с тобой вражда. А чё, чем с тобой ссориться? А чё, не будем ссориться? Зачем? А у тебя есть какие-то ко мне претензии, что ли? Тебе? Какие к тебе? Ну вот видишь, значит не будем. Ты сегодня под допингом был. Во, я его хорошо сейчас, прям так хорошо, прям сосчитал. Причём здесь это вообще? Да. Да. Так, дайте-ка еще раз щит. И что ты набросился из-за этого так? Да ничего не набросился. Ребятки, кто знает Яну Щербицкую? Кто такая? Кто это? Я так понимаю, мой ответ уже подразумевает так. Кстати, да, когда Fireplay? А? Вопрос. Вот да. Вопрос. Где ответ? Ну, по идее, скорее всего, он будет здесь в конце недели, в любом случае. Даже если не получится по одному, будет по-другому. Так? Да. Вот. У нас возникли сложности, мы там планируем что-нибудь поинтереснее. Как вам на Fireplay попасть?
Ну, открываешь стрим, смотришь. Я имею в виду в качестве гостя. А, ну так надо же как. Ну, метод из... прием довольно известный на самом деле. Так, а можно для несведущих? Во, он мне дал супер взрывашки. Кому надо взятку дать? Ну, это ты у Коли спроси. Коля? А я что? Я не знаю. Слышь, вы меня еще сейчас к Пиксель Девилу отправьте, да? Не, мы тебя отправим в Жару, спрашиваем, когда Туртель Пауэр. Жар, когда Туртель Пауэр? Вот. Да так, и... все, это пойду сейчас за баню. Берется случайно человеку, которого давно не видели, блин. Интересно. Не слышали. Интересно послушать, может быть. Не, что-то я не понял. Говорится, хочешь? И он идет. Хочешь, хочешь. Так, Жар одну жизнь потратил, Жар, не трать. Да не, фиг с ней жизнь, я теперь не понял, куда мне идти. Постарайся не умирать. Блин. Вроде я замочил, я думал, паук, он какой-нибудь там босс. А он ни хрена не босс. Он мне дал просто новые бомбы какие-то. Зачем они, хрен знает. Я думал, ими можно пол пробить, а ни хрена нельзя. Жар, тебя спрашиваю, почему ты игру любишь, но не можешь ее пройти? А, блин, двоечка. Двоечка была. В смысле? Ну ты любишь эту игру? Ну да, наверное. Почему ты ее не можешь пройти? Почему не могу-то? Ну пока не увидели, видимо, поэтому немного расстраиваюсь. То есть я что, мне игра нравится, должен с первого раза, что ли, пройти ее? Да. Я в нее последний раз играл, господи, лет 15, а то и больше назад. Я вообще не помню, нифига. Но ты ее проходил, да? Да и не один раз даже. Тут несколько этих концов. А, ну тогда вообще фигня. Так, спрашиваю, когда будут майки с символикой киномании, я не знаю, но когда-нибудь будут, надеюсь, что скоро, потому что не все гладко, как хотелось, вот, но все в работе, все норм. А еще спрашивают, кто куда ходил на Хэллоуин, а у меня такое подозрение, что никто никуда не ходил на Хэллоуин. А Хэллоуин какого числа был? Я дом сидел. Первый на первое. С первого на первое, с пятницы на субботу. Я никуда не ходил. Тут у нас... Коля ходил к Мельстрому первого числа, да? Ну я первого ходил, не с 31 на первое. Так что это уже поздно. Я ходил вообще. Куда? У нас тут в Минске Погода. Дофига, конечно, проводилось по поводу Хэллоуина этих мероприятий. Мне одному, тем более, куда-то идти, это что-то совсем тупо. У вас там тоже субкультуры развиты, да? Как в Москве? Какие субкультуры? Или так, как у нас? Ну, различные. Молодежные. Нет. Потому что у нас в Ростове, насколько я знаю, вообще ни хера нету. Ни сходок по геймерских, ни сходок на Хэллоуин, ни... Не, ну подожди, Хэллоуин это не то, чтобы... Ну, это же не считается, что это же как нет, праздник. Нет, почему? Тут считается вполне себе. А, ну вот, значит, у вас с этим делом... Ну как, в Москве тоже считается. Нет, в Москве... Понимаешь, в Москве все считается. Там все, ну, да. Там и День Святого Патрика празднуют. Ну, супер. Просто у белорусов есть в этот день тоже праздник. Не помню, как он называется, что-то там... Мертвых они там что-то вспоминают, не помню. Как... Поэтому это считай как совпало. Блин, так сказал, День мертвых белорусов какой. День мертвых белорусов, да. О, блин. Так. Зачем мы сюда-то пошли? Жар, тебе подсказываю, что пройти в какой-то жизни можно через пол снизу. Да хрен ты снизу жизни, мне бы найти куда вообще идти. Ну ты же вроде бы нашел в прошлый раз. Так я нашел, я думал этот паук это будет какой-то финал, потому что он отличался. А это ни хрена, он просто обычный враг. Я нашел, я открыл эту самую, как его называется? Второй терминал там какой-то расфигачил. Сейчас опять какую-то штуку взял, что за штука? Вот опять какую-то штуку взял. А что за штука, я не знаю, вот эта штука. Кто, знаешь кто-нибудь, что это за штука? Под фантомом сейчас штука какая-то. Апгрейд какой-то? Так, а я ничего не могу его даже выбрать. Он какой-то
просто висит и все. Ай, что такое? Ну, у тебя, может быть, какая-то способность появилась, может быть. Может, у тебя кнутка вычислила. О-о-о! Мне тут для фильма предлагают Кэпси с голыми тетками. Ну, надо брать. Надо брать. У меня одни покемоны, поги. Уйма всяких, вообще всяких. Фан-кэпсы, все что угодно, но вот голых теток нету. Покемоны, это... это же не 90-е. Как это не 90-е? Что, прикалываешься? А что это? Покемоны? Ну, самое что ни на есть! Покемоны начали в 2001-м. Начало нулевых вообще-то это. Нет, да. Покемоны, да. Но покемонами все да. закончилось. Кэпс-мания да. вся закончилась. Ну, нельзя же о них не сказать, правильно? Блин, так это же был человек... какой-то 2002-2003 год. У меня еще где-то дома валяется огромный пакет с фишками, только хер знает где он. У них там штук 400, а то и 500 лежит. Не, я меня как-то никогда, я тогда, видимо, уже был слишком взрослым. Покемонов? Нет, там всевозможные, там, блин, там а, ну поги, вот, да, и да, поги все... золотые, да, и чупа-чупсы, короче, до херища. Да, всевозможные у меня есть, да. И от этого даже еще от читоса где-то валялись, там, пластиковые какие-то. Ну вот те, что были в читосе, вот, это уже, двойка, вот это она, тоже вот была анимания, что называется. Да, блин. Покемон, вот это двойка. Была последняя волна кэпсовой этой вот страсти игровой. Да. И я о ней во! Тоже скажу, да. Не знаю, по-моему, вообще... тогда уже никто эти кэпсы и... Уже лет 5 как не заморачивался. Когда? Ну когда уже покемоны были, где-то 2002 год какой-нибудь был. Не, ну как, ну конец 97-2000 это всякие разные фишки. А вот 2000-2002 это только... Охренительный босс. Остальные просто... уже не ходили. Просто охренительный. Такой сложный, что я прям... Охренел. Чё мне дал? Вы видели охренительного босса сейчас? А, это вот этот гамбит, который. Да. Или циклоп. Он такой, блин, сложный был, что просто аж его просто вообще. О, он мне дал какой-то удар кулаком. Во, гляньте. Ты чё, я прошу. А вообще, ну чё вы говорите? У меня вон это. PlayStation Boom пришелся тоже на начало 2000-х. Ну, понимаешь, тут. У тебя или по всей России? Ну, по всей России он тоже на начало 2000-х пришелся. Не сказал бы, я в 90-х уже на плойке играл. Я в этих клубах компьютеров. Да играли-то и 90-х, но бум, вот этот вот, когда начали массово штамповать пиратские диски, массово продавать консоли везде, это как раз был 2000-2001 год. Ну это может быть. Я в 2000-2001 году уже на Dreamке играл вовсю. Ну, тебе свезло, я Dreamку впервые увидел, блин. Мы считали, что это одна и та же хрень, там игры были одни и те же. Ну, очень много похожих. Похожих, да. У меня с Panasonic. Так, я вроде замочил босса. Блин, ни хрена его не замочил. Тут пишут, что это хрень взятая, это увеличит урон в два раза. Да, я это прочитал, хорошо. Короче, Алекс Рософт, если есть лишние голые тетки, пиши мне в ЛС. Кстати, Колян, а тебя спрашивают, ты любишь гонки на Скар? Ой, я сейчас начну рассказывать. Лимон рулит. В общем, NASCAR это... Я не понимаю смысла этих гонок. Ты как-то это уже говорил, по-моему. Да я говорил это уже, да. Это для американцев, которые сидят, жрут бургеры. Замочил, ух ты. Нет, NASCAR, так понимаю, это как этот самый... Как рестлинг, как аналог борьбы, скажем так. Ну да, там скучно стало, давайте пискар вызовем, всех в кучу соберем, давайте опять старт. И так 500 кругов. Смысл... Ну это шоу больше. Смысл 500 кругов ехать, когда все равно за 5 кругов до конца опять всех соберут и все опять поедут. Так 5 кругов и делают гонку, чё бы. В общем, это как-то очень странно. Мне не нравится, когда 25 пискаров за гонку, это какая-то хрень. Не бейтесь, не будет пискару 25. Там просто скучно становится, человек на 5 секунд уезжает, надо выпустить пискар, нет борьбы. Они придумают что угодно, мусор на какая-нибудь там лежат. Ой, там за первое место дают что ли 250 очков, а за 40-е там дают там одно. Ну, там ты... в очки попадают все, потому что, блин, это для американцев, как же. В общем, это все слишком искусственно, вот. Так, я прошел уровень, но у меня две жизни всего осталось. Блин, может его перепройти?
Ну попробовать, я на это немного времени ушел. Вроде я понял, я одну фишку понял, что здесь надо использовать долбанный щит. Когда используешь щит, ты бессмертный, и можно этим, как танк переть на босса. Ага. Давайте я еще разочек попробую. Давай. Как, куда нам спешить-то, господи? Тогда... Ну, я не знаю, я через часик спать. Да я тоже. Полтора максимум. Ты завтра на работу, тебе, я так понимаю, да, Жар? Да. Ну и мне завтра тоже на работу. Сейчас попробуем. Хотя надо было пароль, конечно, записать, но ладно. Может, сейчас еще хуже пройду. Так, пойдем за жизнью сразу. Блин, как-то 5 жизней. Блань, тебя спрашивают, в каком ты городе живешь? Оренбург. Дайте мне здоровье, черепов мне. Нафармить черепов. А что такое? Фунай, какие выходные 4 дня? О чем ты говоришь? Ну вообще как бы да, 4 дня выходных. Как ну вообще праздник. Как бы, это всегда так как бы, но никто на самом деле не отдыхает. А что за вот. Выходные? В честь даже... чего? А это День народного единства России будет. День России, короче говоря. Ну да. У нас тем более такой. Я теперь ну правильно, русский. Ты белорус. Да я белорус теперь. Во, у меня 6 жизней. Я вон у Макса спросил, он это сказал, что издеваешься, кто нам даст выходной. А что, реально должны выходной вот в честь этого давать? Блин! Ну, считается так, да? Коля, вот ты будешь выходной? Ну, когда? Завтра? В среду, в этот, понедельник, вторник. Да, конечно. Блин, да о, вы видите, да? Вот почему одним дают, а другие лапы сосут? Коля, ты где сосут? Работаешь? О, это секрет. О-о-о. Секрет он тут. Секретник. Я же все равно узнаю. Как? Ну, попробуй. Ну, понимаешь, есть много людей, которые вместе тусуются. Там Мель, та же сама Линка. Так, может, им не рассказывай. Да, скорее всего, знают они. Блин, робот, что-то мне прям на меня спрыгнул. Блин, как я иду-то аккуратно, прям. Даже не дойдут с 6 жизнями и почти без ранений, блин. Этот уровень задрачу, он мне нравится. Этот уровень классный, кстати. Угу. Вот такой. Особо ничего искать не надо, вот этот один лабиринтик побегал и все. О, черепочек, отлично, все, 6 жизней. Отлично, блин, теперь бы еще щит найти этот долбанный. Главное, блин, не забывать, как я шел. Извините. Все уже. Спать. Да я как бы прошлой ночью вообще спал плохо очень. Народ, такой вопрос, раздражает ли вас, когда кто-то говорит вместо что, шо? Просто я уже задолбался выслушать всякое дерьмо в свой адрес, хотя и выговариваю что. Сам же я хохол. Не знаю, мне все равно. Скай. Как-то вообще. А что ты хочешь? Я, блин, с вами хохлами наобщался. А что вас смущает? Не, понимаешь, я говорю, я с украинцами наобщался, теперь почему-то говорю высоко, а не высоко. Да ты наобщался, попал под дурное влияние. У меня у самого скоро белорусский акцент появится. А какой там акцент? Там есть блайнд акцент, на самом деле белорусы очень легко отличить. Они вопросы задают по-другому. У них интонация очень интересная, конечно. Как? Ну, типа того, да. Короче, когда они задают вопрос, если вопрос состоит из нескольких слов, у них акцент на каждое слово идет. То есть не так, как там у нас. Который час? Они тебя спросят, который час? Вот так вот, примерно. Бред. Вот они... хороший вопрос задают. Ты на прошлом стриме спал, на этом стриме спишь. Ты нафига вообще тут нужен? Все, ладно, я ушел. Я пошел от вас, все. Ну, блядь, это бб! Ну а че, меня видишь, мне говорят, нахера я тут нужен, я пойду. Да ты им, может, не нужен, ты нам нужен. Ты нам нужен, как что? Ты кого слушаешь вообще? Если слушать каждого в чате, господи. Ты уже нашел кого слушать. Ну, ваши зрители, которые пришли на Пашку. Так у нас есть жары. Хорошие зрители, для них это все делается. Да. А что уж слушать всяких? Всяких. Всяких. Да, всяких. Да.
оттуда этих. Так, да, где щит-то? Вот я вспоминаю. Он где-то будет лежать за одной из стен, которые там терминал открывает. Вот надо вот свой. Вот Барматун, он лучший зритель, правильно? Ну, он вообще самый лучший человек, потому что он согласился Weird Dreams проходить. И даже почти прошел. Мы там я такой... так сильно промолчу. Блайнд, мы там офигенный чит нашли, как бессмертие ставить. Как? Ой, блин, это его чтоб ввести, это... Родить можно, пока ты его введешь. Вот, не знаю, тебе проще стрим, наверное, найти, посмотреть. Там, короче, надо в определенном месте очень точно встать. А, вот здесь щит. И азбукой Морзе сос надолбить на клавиатуре. Тогда у тебя бесконечные жизни появляются, и ты Weird Dreams проходишь. Вопрос Жару, он будет продолжать битву в ретро-гейме? Ждать ли вновь прохождения турбографика? Какую битву продолжать, в смысле? А! Что такое турбографик? Так я... Ну, я еще раз для людей, которые не в курсе, скажу, что... Ретро-гейм Гаунтлет я прошел еще год назад, а это всего лишь нарезки из него. Кстати, давно не было. Ну, мне там наполовину нарезал, все как некогда. Понимаешь, давно не было Гаунтлета, давно не было Turtle Power. Я уже всем в группе пишу, говорю, хотите Turtle Power, кидайте 25 каждый. Кусков деревянных. Каждый, я уже тебе сказал. Если мне просто так 25 накидают, мне это нахрен вообще не поможет. Вот пусть каждый там, из сколько там у меня в группе человек? 5 с лишним тысяч. Во, зашибись, 5 тысяч человек мне 25 тысяч кинут. Ты прикинь, сколько это денег, блин. Это 125 миллионов. Это ж вообще пипец. Я могу с работы уйти и вообще одним Turtle Power заниматься. 5614 человек. Во. По-моему, логично. Че, со мной, говорю, хоть поделишься? Конечно, я тебе половину тут же отдам. Хо-хо-хо, прям половину. Так естественно, блин, я тебя поселю на первый этаж моего особняка. Будешь это самое... Заведующим у меня, вахтером. Нахрена, я себе свой особняк смогу купить? Нет, тогда не отдам. При одном условии, что будешь жить со мной. Это рабство, что ли? Да. А жену и детей, и 4 собаки куда я дену? У нас большой дом будет, не беспокойся. У нас будет династия такая. Подвал в твоем распоряжении. Не надо, мне лучше цокольный этаж. В подвал весь из подвала завезем. На чердак Барл Джамперс какой-нибудь. А киноманию куда? На кухню? Да! Да! У нас будет кухня там такая многометровая. Такой полигон кухонный вообще, и там будет киномания. Знаешь, как все замечательно складывается? А блин, ты не хотел. Мужики, давайте, поддержите отечественного производителя. Да, всего-то по 25 тысяч с каждого, вообще не проблема, по-моему. И каждый по зарплате отдает и... Да, нормально. Зато, представляете, мы все будем жить в особняке, все будем вам каждый день что-нибудь снимать. Как так спрашивают, как поучаствовать в дележке? Ты кто? А, ну, ступайте скорее там в Барл Джампер и еще куда-нибудь. Зачем? Ну, как так? Он вообще-то это... Он давно киномар... Этот наш Кракеновый... А кракенцев тоже всех поселят? Нет. Во, нафиг Макс! Всех. Макс, с тобой я тоже поделюсь обязательно. Мы в спортивном зале в нашем, ну, в смысле, на стадионе, в особняке, будем это, ролевки там отыгрывать. Mm. Прям с эхом таким, чтобы тебя твой голос там вообще хорошо ложился. Многоквартирная кухня, круто звучит. Вообще офигенно. Он вообще офигенная идея, почему никто не хочет поддержать? Предлагает он белорусских рублей. Российских рублей, российских. Естественно, российских, каких белорусских. Белорусский 25 тысяч, это извините, это... Я даже не знаю, что это. Сколько это. Ты, кстати, привык к ней, к этой да, валюте? Да, привык уже. 100 обычных рублей 25 тысяч белорусских. Ну да. Ну сейчас нет, сейчас курс скачет, сейчас уже, я уже запутался. Туда-сюда, сейчас... От русских рублей 25 тысяч каждый. Но это все равно 500. Чего? Недостаточно? 500 чего? Ну 500 русских рублей, если каждый скинется по 100 рублей. 500 русских рублей? Не, 500 тысяч. Не, на 500 тысяч особняк не купишь в школе.
Ты так даже квартиру не купишь на 500 тысяч. Но все равно можно же один выпуск Тотурли Бауэра за 500 штук. Нет, подожди, я уже настроился на особняк. Что ты это сам? Не сшибай волну уже. Мы уже так все хорошо обсудили, мы уже все с этим согласны. Все довольны, да, все согласны. Вот, чего ты это самое? Тебе там тоже... А, ну а, я понял, ты тоже хочешь в доле быть, ну ладно, тебе тоже... Я хочу свой картодром. Во, все. Кого ты хочешь свой... Картодром? Ты я не понял, тебе что, кухни мало уже, да? Ну че, вот жирует, а? Я хочу картодром. Ну хорошо, будьте картодром. Блин, ну... Я тогда согласен. Коль, ты сейчас упади еще на этот, на пол, руками-ногами побей и кричи, хочу картодром! Так, сейчас этот босс, который на самом деле довольно простой оказался. Только на нем надо щит использовать постоянно. Барматунчик, он на чердаке хочет жить. Мы же барол джампером отдали. Чердаки БЖ. Все уже. Уже все распределено. Забили. Так, ну что, неплохо идешь, слушай. Да вообще офигенно. Смотри, у меня 6 жизней, я тут сейчас паука вот этого убил. Да нет, вот это вот щит, это, конечно, читерство вообще. Ну, поскольку Коля молчит, все законно. Почему так несправедливо поиграем ролёшку лишь в виде аудио? А как вы хотели, по-другому? Да. Косплеи хотят. Нет, я все собирался нарисовать. Нет, можно сделать, но, опять же, если вы скинетесь на... На 4 веб-камеры, чтобы снимали в формате HD. Не-не, подождите. Пусть скинут сначала на студию, где мы что-то будем снимать. Да нафиг. Хотя бы, говорю, пусть купят 4 вебки, которые снимают... Блин, я спрыгнул. Опять. ...в HD-формате, чтобы мы нормально это снимали все. Причем 60 FPS, 720p. Колян, кстати, а твой гаунт там уже кто-то монтировать взялся? Ну да, ребята взялись. И что это будет, как у Жара? А, нет, скорее всего, это будет просто... Просто смонтированный. Не обрезанный. Ну, блин, чтобы сделать как у Жара, это же надо 3 Жаров. Не, ну я имею в виду обрезанный, не обрезанный или как? У тебя будет гаунтлет еврей или обычный? Да, обычный, скорее всего. Ну там специально ничего, чтобы вырезаться не будет. Ну, может быть, только если какие-то несмартрибельные места из-за лагов, у меня там где-то были лаги. Ну там некоторые куски пропали. Так, теперь надо идти вниз и направо, насколько я помню. 6 жизней, смотрите, 6 жизней у меня, еще одна аптечка. Вообще тащишь вас. Сейчас будет этот смешной босс, который вообще... А, ну вот либо, как Макс говорит, надо 2 билета до Беларуси и обратно. Зачем? Ну, для разописи одной ролевки. А, ну да, это реально. Так что, ну... Да уж, Макс, лучше вы к нам. У вас этот есть, как это называется, кошелек жаровский. Скидывайтесь. Ой, блин, сейчас, ну да опять, знаешь, это самое, вот, ну, мне, конечно, приятно, когда это происходит, но е-мое, когда приходит там 20 рублей, чем мог, помог. Не, ну зашибись, не, конечно, спасибо большое, но просто вот этим все обычно ограничивается, так что... Ну, говорю, если что, кошелек есть, так что кидывайте. Так, вот здесь ничего не пробивает. Почему это обратно с Беларуси не так легко выехать? Спокойно вообще. В смысле, а почему нельзя? Почему нельзя? А я откуда знаю. Женя, косарь тебе скинул год назад, понял? Круто. Тебе косарь скинули. Спасибо большое. Да блин, я жизнь потерял. Я начал по косарь вспоминать, потерял жизнь. Вот под этой жизнью пол ломающийся тебе кричат. Чё? Вот под этой жизнью пол ломающийся. Ща, подождите, мне надо сходить за той фиговиной, которая якобы усиливает мне в 2 раза удар. Потому что это очень полезно, видимо. Сейчас мы будем смотреть, где там что ломается. Напишите подробнее, где это, где это место, что пол ломается, а то я тоже не пойму, под каким-то пауэрапом, что ли?
Так, штуку я взял. Да нет, по поводу денег... говорю, нет, это, конечно, приятно, когда... Но это... Вы должны понимать, что... Такая больше поддержка моральная, скорее. Потому что, скорее всего... Ну да, когда мне там денег не хватало, скажем, когда я съездил... к этому... Писел Девилу, мы снимали этот Turtle Power 6, начало. У меня тогда деньги вообще кончились, у меня вообще денег не было. Когда мне там скинули вот эти... Ну, сколько там у меня было? Ну, 1500, наверное, мне пришло. Это было приятно, действительно. Потому что я реально тогда вообще был банкрот. Там, где Жар пытался пробить стену справа от жизни, а там надо в пол стрелять. Справа... Ты пытался пробить стену справа от жизни. Где ты взял жизнь? Коль. Mm-hmm. А у вас с Мелем что, планируются какие-нибудь еще челленджи-то? Ой, я пока не знаю. Мы это ничего такого не обсуждали. Не, плана даже игры какой-то не было после Street Fighter. Что там еще? Ну, а что, он Мегамен 5 на геймбое. А, ну, может быть. Надо его сейчас спросить, что он там готов, не готов. Я-то могу, наверное. Что, нет? А чё, да? Ну, здесь, что ли? Чё отказываться? О, Мель пишет как раз. Видишь, можно, наверное. Пожалуйста. Ну, ради челленджа можно и постримить. А, ну да. У нас же Мель сейчас в отпуске, я же забыл, блин, совсем. Скорее помру, блин, с вашими жизнями, блин. Ключи, да, здесь. Так я попробовал, ничего не получилось. Ладно, фиг с ним. Короче, давай. В Dota 2 я не играю. Меня спрашивают, бегал ли я в детстве по стройкам. Нет, на самом деле, я никогда не любил бегать по гаражам, по стройкам. Я тусовался на детских площадках, в магазинах, около ларьков. Всё, башки детства просраны. Я не этот самый, не сталкер. Кстати, Жар, тебе говорят, если еще использовать невидимость, тебя стрелять перестают. Зашибись. Вообще зашибись. Так, подождите-ка. Вот, я его убил, у меня 5 жизней. В принципе, нормуль. Нормуль. Все лучше, чем 2 тогда. Сейчас вот этот босяк, которого я лучше сразу поставлю себе шит, вместо того, чтобы использовать эту самую суперспособность. И буду вот так этого расстреливать. Блин, только мимо! Давай. А кто так играет? Да не знаю, хрен какой-то бородатый играет. Кто играет? В смысле? Я играю. Угадайте, а кто ты? Пыхто, блин. Ну, видите, окей, написано. Во, одну расфигачил. Вторую расфигачил. Ну, давай. Ну, блин, давай. Нас тут всего 4 человеку. Всего? Мало что? Не, всего, то есть в общем. Качеством берем. Так, а у меня кончились вообще. У меня все... Как мне... Блин, мне придется жизнь терять. Нет! Да. У меня все кончилось, все оружие. Страдай. Ну что ты такой злой-то? Я злой. А что ты думал, все толстые добрые, да? Я надеялся на это. Блин, как мне руками что ли убивать? Да елки. Иголки. Ну ладно. Так, ставим щит, мой любимый. Блин, надо было пол пробивать.
Да ладно, если 4 жизни пройду, тоже неплохо, в принципе. Еще один до свидания. Эй, я же тебе сказал до свидания. Не хочет он ходить. Ой, хера. Ой, меня про фильм Эвгена спрашивают. Я уже 2 раза отвечал, честно, не хочу делать это в 3-й раз. Мы это и на прошлом стриме так очень убедительно обсудили. Да, очень. Обсудили, дальше некуда. Просто. Коля, от тебя стримов Мегамена требуют. О. Ну так вот, Мегамен 5 на геймбое с Мелем будет. Может быть, когда-нибудь. Хаксон, я польщен. А у меня час сломался. О-о-о-о-о-о. Все, короче, 4 жизни. Кстати, он говорит, что на уровень там можно будет вернуться, если жизни не будет хватать, и взять ее. Давайте я сохранюсь. Не хочу эту хрень записывать. А что это за софты, ты не понял? Это пароль записывает он блайнд. Ты посмотри на пароль, тебя, если его вводить, буду еще раз. Ничего. Ну да, блайн, давай ты принтскрин, потому что мне неохота. Записывай, записывай. Нет, принтскрин. Записывай. Да и нафиг, короче, я сохранился, и ладно. Угу. На самом деле сейчас это не важно, потому что если я проиграю, я все равно, у меня сразу будет стоять. Ну, это на случай, если не сегодня продолжать. Да. Так, ну тут мальчуган рассказывает что-то. Я не хочу сюжет читать. Ну, может, я не буду. Может, я буду методом тыка проходить. Да, как-то так и получается. Паша, тут тебе миллиарды вопросов, отвечай. А по поводу Game Gear и картошки? Да. Game Gear в руках даже подержал один раз. Прикольная вещица. Цветной экранчик меня умилил. Так. А, пирожное, картошку не пробовал, наверное. По крайней мере, не знал, что оно так называется. Не. А, работаю дома пока. А вопросы кончились. Сейчас тебе еще накидает миллиард. Во, тут я еще не был, вот сюда поеду. Вот, футбольный мяч здесь? А, это панда! Ой! Блин, закончились патроны! Дайте патроны, сволочи! Кидай кубик. Во. Я сейчас нафармлю здесь, вот у меня все закончилось. Да блин! А ты можешь как-нибудь поворачиваться сидя, блин? Что-то, блин, вставать тебе надо для этого. Ой, это прям Робокоп 3, прям чистый. Коль, помнишь там финал первого уровня? Фармил, бля. В Донде, да, в Ноуш не играл. Первого уровня кого? Робокоп 3 на Донде, финал. Здесь идут справа и слева, надо все время вставать, садиться. То же самое. А, кстати, это, Коль. А? Мы что-то тут с Эдхеллом посидели, подумали, можно будет устроить после вот этого всей гонки, просто устроить на 12 часов лимановскую трассу. Я думал, он не прострелит. Так можно, чё нет? Кряду, именно 12 часов кряду. А ты выдержишь? А чё выдержишь? Питы там долгие, можно и в туалет сходить, и попить, и поесть. Нахрена слитов спали? Просто на 24 часа нас точно-то мы умрем все, а вот на 12 вполне можно. А кто будет-то это все делать? Да нет, ну, не знаю, пока... Сколько человек согласится? Пока вот двое, я и это. А-а. Ну это так чисто, вот это уже реально будет по фану, нахер очки, никаких очков, ничего. Не знаю, я всегда по фану играю. То есть просто чисто по фану, дерби. Я всегда чисто по фану играю, я не за чемпионат и не за очки. Я так пули, от пули смешно убежал сейчас. Будем так, это, где дерби устроим. Так, Жар, тебе пишут, что тебе надо идти в небоскреб, если ты этого не знаешь. Ну, я, да, я уже понял. А меня спрашивают про третьего Робокопа на Сеге, и говорят, что я говорил, что не знаю такую игру. Не, я знаю такую игру, но я ее не проходил, она мне не нравится вообще. Мне нравится на Денди, на Сеге какая-то халтура. Имхо, конечно же. На Денди я проходил. Будь здоров. Зашибись.
И чё? Где там инвентарь какой-то? Чё такое? Код. Могу его использовать? Булка, а ты теперь посиди, подумай, где найти 30-40 человек? Да, у нас на обычный чемпионат еле 20 набралось. А сейчас их уже и то сейчас 16, 15. По 12-13 человек ездит максимум. Ну, учиться с Клауда можно. Так, ну что, сюда, по-моему, ни хрена. Я не пройду. Все заперто, блин. Вон какая-то. Вы тут какую-то карточку не хотят. Чем там еще есть? Есть какая-то вот эта. Я не могу использовать. Уже свой тоже нельзя. Вон там четвертый. Ой. Стоп, а куда ты зашел? Тут я здесь не было. Не, подождите, секунду. А, наверх можно вот так, прыжками. Господи, блин. Хрен поймешь. Чё, спиди, а? Максимум левел 2. Да. Сейчас будем искать, сейчас будем искать, сейчас будем. Мы первый уровень, первый раз тут все уровни так по несколько раз, конечно, проходится, пока поймешь, куда еще надо. Ух ты, вот типа я что нашел. Охренительный секрет, просто здоровье попал. Охренеть просто. Лучше бы мне жизнь дали. Ох. Меня радует только одно, то, что скоро будем мы проходить шестой резик, за шестой резик возьмемся. Тут хорошо будет. Проходите. Потому что пятый прошел очень эпично у нас. А я шестой даже... Шестой. А, шестой я даже не играл. Там и Леон и так далее, и тому подобное. Так. Пятый я на платину даже прошел. Стоп. Паша. Ау. Ты не смотрел Звездные войны? Мм. Беги. Сто раз говорил. Беги. Куда? У тебя есть 10 минут, чтобы добежать до канадской границы. Что, у тебя прям фанат, что ли, такой? Ты была за Звездные войны как-то это? Мне очень нравятся Звездные войны. Нет, ну они, в общем-то, нравятся всем, кто их смотрел. Они мне безумно очень нравятся. Я на вторую и третью часть ходил в кино. Ой, удивил, я на четвертую ходил в кино. На старую. На премьеру ходил, то есть прям в день выхода, прям с утра, это первый сеанс же. Не, ну вообще я эти новые тоже все в кинотеатре смотрел. Последнюю даже два раза. Нет, я из фильмов, которые я смотрел в кино по нескольку раз, это были «Пираты Карибского моря», вторая часть, я ходил на нее 4 раза. Туда и... Потому что, не, сначала... потому что сначала один сходил, а потом «Ой, пошли со мной, ой, пошли со мной, ой, пошли со мной». Блин, я так «Аватара» посмотрел 3 раза. При том, что мне он вообще не нравится. Вот, фильм, вот. Я посмотрел с одним человеком, со вторым. Блин, какого хекса, блин. Да, хекса. Nintendo DS? Бери Nintendo 3DS New. Ну и да, лучше сразу 3DS. New. А чё New? Чё там? А чё там? Ну чего ты? Куда ты, дурак? Я ж выпрыгиваю там второй влево. Чё он делает? А он зачем? Как зачем? Будут новые игры, которые с поддержкой 3D. Пока же нет еще. Есть уже какая-то. Ну извини, еще консолей нет этой. Так играть-то хочется сейчас. Зато просто 3DS не будет поддерживать игры от New 3DS. Ой. Ай. Ну и ладно, как бы. SNES не поддерживает игры от, не знаю, Nintendo 64, но я ее все равно купил. А, так я умираю, блин, я думал, как ты перемещаешь. Да. Я вот, у меня сейчас есть 2DS-ка, но я ее отдам брату, если я куплю 3DS New. Выйдет. Не блин, знаю, у меня и DS, и 3DS. У меня вот этот вот аргумент буржуй. Сейчас в чате вылез, то, что какой? New не пиратится. То есть аргумент, почему она хуже. Бред. Вот да, Жар, да. Нет, я... понимаешь, хрен с вами. Пиратьте, я не против, но выставлять это как минус, блин, то, что там что-то не пиратится, поэтому это вот типа хуже. Это уже какой-то бред.
пираты, они повсюду. Амкол говорит, пиратится. Sky 3DS поддерживает все новые прошивки. Все, вопрос закрыт, до свидания. Удивляется, как может не нравиться Аватар, а я знаю много людей, которым не нравится Аватар. А знаю, что там может нравиться, вот я не понимаю. А что там может нравиться, действительно, какой-то синий ходит там, человек синяк. А мне раза со второго понравился. Я его три раза смотрел, блин, мне каждый раз он все меньше и меньше нравился. А мне с каждым разом что-то все больше и больше. Нет, ну просто... Я люблю Кэмерона просто, вы чё, ну... Не, я Кэмерона не люблю, наверное, поэтому... Я Чужих-то вообще не выношу, потому что... О, я люблю Чужих и Бездну, и Правдивую Ложь, и Терминатора, и Титаник. Я вообще Кэмерона люблю, он мужик. Ну, он просто снимает такие очень простенькие фильмы, не знаю, ну... Не обделенный интеллектом, скажем так, боевички, блин. Мне это как-то немного раздражает. Ну, то, что он из Чужого боевичок сделал, то, что он из этого... Из Аватара, я не знаю, казалось бы, замахнулся, а история-то там вообще никакая совершенно. Там все эти штампы киношные, все ну эти да. можно. Да штампы везде. Не скажи, не скажи. Посмотри, One Piece. Иногда они интересны. Вот ты запарил. Чё? Да я так, о своем. Ну, знаешь, я не могу вот это вот смотреть фильм, в котором, ну, со зрителем как с идиотом разговаривать. Там один вот этот кадр, вот когда там есть момент в этом в Аватаре, когда этот чувак, который, ну, типа он злодей, назовем его так, этой Рипли объясняет, зачем они прилетели на эту планету, там показывает камешек, говорит, вот на этой планете там есть такой-то минерал, как будто она, блин, дура такая. Причем ты понимаешь, что это сделана сцена чисто, чтобы зрителю объяснить, зачем они там. Но при этом так обыграно, блин, как будто вот она этого не знает почему. А он ей это втирает себе. И вот таких вот, какой-то, не знаю, кого-то для дошкольников фильм снимался. Я на такое внимание обычно не обращаю. И меня больше бесит, если реально развитие сюжета какое-то бредовое. Если действительно какие-то сцены, которые, ну как, не то чтобы выбиваются, а которые, в принципе, не придают фильму ничего ему необходимого. Ну, так там почти все такие, блин, я не знаю. Там, я не знаю, вот для меня в Аватаре нет ни одной запоминающейся вообще сцены. Там все банальщина какая-то, откуда-то срисовано. Не знаю, для меня запоминающая сцена, как он стал Аватаром, наблюдать за ним было очень любопытно. И вот это дерево, конечно, тоже было очень эпичное. Картинка такая. Ты знаешь, как иногда вот люди... Ну, не знаю, может просто мне уже там приелось много чего. Но бывает, что люди смотрят там кино и там на картины. Просто банальная картина там заката какого-то. И люди все стоят на него, смотрят. Как это красиво. Хотя, в общем, ничего необычного-то нет. Вполне естественная вещь. Вот. Ну, может быть, если ты ее в жизни очень часто наблюдаешь, для тебя это обычная естественная вещь. Не, ну просто это я к тому, что это красота такая, знаешь, ну такая она, ну.